прото. Так, серьезный участник пошел. Идет. Поменяли траекторию. Аппарат купили. Дальше там уже знакомый кусок трассы. Вешку завалили. Знаешь, так неплохо, да? Да, ничего так. Потихоньку. Так, идет. Плохо котлета валит. Да, красиво. Так, ну и самурай теперь после котлеты. Ну не знаю, штурман. Тут болельщик очень серьезный, да, поддерживает. Плывет, да. Все нормально наряжало. Дойдем быстрее. Тут группа поддержки нереальная какая-то. И с той стороны, и с этой.
Ну, главный фанат его же на том берегу, вы же видите, да? вон он, сейчас мы его покажем. Смотрите, как переживает человек. Так, ну тут попроще. Так, ну там вот сложно одно место, где провалился Леня. Прошел. Так, Андрюха идет, фанат на месте. Поддержка просто нереальная. Если бы он болел за Динамо, я думаю, оно было бы чемпионом 100%, Лиги чемпионов даже. Это еще раз подтверждает, что такое самурай. И без блокировок, ну, межосевая только. 31-й Сильвер. И вот так вот он едет на уровне котлеты. Как переживает человек, елки. Не-не, такой это ваш родственник, вы меня обманываете, мне кажется. Марина, это не то, точно не его брат? Охренеть! Что там с фанатом творится? Смотрите, что с фанатом, блин! Сколько радости! Да! Да, так будет с каждым, кто купит самурай, он говорит. А вдруг вы застрянете, елки? Ну, что делать? Жизнь такая, блин. А где магнитолу перенеси, выше поставь. Она терпила. Выше поставь магнитолу. Запасная ее. Блин, он должен быть сейчас на площади там в центре Минска где-то, слышь, а он здесь висит на тиране. Да, он приехал тут раскачивать обстановку. Да, да. Он на самоизоляцию сюда приехал. А, да. Изолировался. Так, тирана. Тирана пошел. Зеленое крыло. Зеленое крыло, зеленый капот. Нет, это хорошо, а шноркель, я не вижу шноркель. А где шноркель? С другой стороны, наверное. Да, это плюс 50%. Зеленое крыло? Да. Да идет на победу, реально. А, шноркель вон видно, да. Слева. Да не, ну это заявка на победу. Где уперли? Где? Да нет, там яма, накопала зеленая нива ж там. Там зеленая нива накопала, он не может проехать. А там колея. Назад надо сдать дальше. Чуть не проехал. А шел на победу реально. Это кто? Это на красной котлете смеется, который? Это люди с красной котлетой смеются. Массово, да?
один там прохожий. Да, печально застрял. Они неповеляющие. Так, ну вырвались они из этого болота. Не, там фанаты, он их тоже поддерживает этот. На том берегу фанат. Фанат 2. Ну на третье есть шансы у них, да. В натяжечку, ты глянь, все подсказывают по теме, блин. Знает, знает матчасть. Плывут неплохо. Издалека долго течет река Волга. А вот и финиш. Лёня не выдержал все-таки. Поедет сейчас в хард. Прото, точнее. Хард был слабоват, но прото поинтереснее. Штурман на месте. Блин, Димон говорит про натяжечку, это вообще фантастика. Это я такого еще, такого не слышал в его исполнении. Кнопку нажал. Let's go! Лёня пошел. Он должен ехать. Блокировку включи! Ну, уверенно идет. Ближе еще надо. Вперед или он гребет? Фанат поддерживает его. Фанат на том берегу не останавливается в поддержке, да, всех участников. Воды немного. Воду, воду, воду. Давай ей! Просто педали. Рыбу смотри. Подводная лодка. Четко идет. Ключевое место вот там, где он застрял в прошлый раз. Да, прошел, молодец. Так, Леня. Идут реально на неплохой результат. Ты за них болеешь, да? Я за всех болею. А тот, как тот на том берегу, который, да? На кого их не различают? Они же один, одна и та же машина ездит. Да нет, различает. Да и поверь. А что, он дальтоник, думаешь? Я все думаю, что он еще и глухонемой. Боже, пускай заедут. Самое главное, это прокладка между рулем и сиденьем. И подвесной. Идет на победу реально. Идет на победу, Леня. Очень тяжелый, воды полный набрал.
Время, время, следи, чтоб вдруг не остановится. Лучшая, да? Да. Леня победитель. А еще один заезд. Да как еще ушил? Один? Заведи! Ты шо? Ну, само собой. 3,50. Второй заезд? Сейчас второй. Да? По кругу.